Поставь лайк за 3 секунды, если любишь игру GTA 5. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами Кисто Димка, Донька. И подписчикам мы продолжаем играть GTA 5, а это рубрика «Битва воришек». Какой сеандр. Всем привет. Сегодня, ребята, мы приехали в Сэнди Шорс. Именно здесь попытаемся найти классные тачки. Во-первых, на стройке кто-то поедет туда, кто-то поедет в тот городочек. А я, соответственно, выбираю тюрьму и все вот эти вот дворики, домики всякие, которые здесь имеются. Соответственно, задача очень проста. Нужно найти все классные тачки за отведенное время. Я напомню, что у нас будет 5 минут, либо иначе мы тогда не успеем, и нас повяжут копы, а этого нам уж явно сегодня не нужно. И, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, давайте-ка наберем 3000, будет новая серия, ну, а также не забывайте нажимать на колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики. Да, да, да. А мы погнали, прямо сейчас начинаем таскать тачки, полетели. Давай. Так, я желаю вам удачи, и главное, чтобы вы нашли тачки похуже, чем я, так как я хочу прям хороший найти. Что это похуже? Ты чтобы выиграть хороший, в испытаниях. Ну окей, так, ладно. Тебе так и можешь, лишь бы побеждать, только тачки будут лучше, понял? Не бы там. Ладно, я желаю вам удачи. Я желаю вам. Понятно, все понятно. Удачи, во-первых. Во-вторых, я желаю вам, конечно же, победы в испытаниях, но победу в шоу я желаю себе. Так нет, ну победа в шоу-то это же самое главное, по сути. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По сути, так, подожди-ка, ага, опа, вскрыли. Отлично, ребята, первое готово. И если я не ошибаюсь... Если я не ошибаюсь, это именно та, что мне нужна! Понятно, Диман запел. Да, как бы я запел, но... Я, короче, меня чуть не перемололо здесь на, получается, заводе, который именно... Понял, принял. Где вот кратеры вот эти вот все, где песок добывают. Вот я туда, короче, долетел, чтобы ты понимал. Так, ладно, первое как бы готово. У вас там что по тачкам? Рассказывайте давайте. Слушай, пока все более-менее, но, честно, заколебет кататься тут. А-а-а. Да, вот, очень далеко ездить. Уж, как говорится, извиняйте. Так, а где, подожди, а где байки наши? А, вон! Я понял, окей. Так, а чё, кто угнал? Кто Мерседес угнал, кто Зенву пригнал? Вот, я Зенву. Мой Мерседес. А, Мерседес Владоса, получается, ты Зену. Нормально, кстати, неплохие так-то тачки. Окей, ребята, кстати, давайте вот так вот мы немножечко подвинемся. По-первых, есть я кое-что еще интересненькое видел, поэтому давайте-ка ее и заберем. А вы пока что в комментариях напишите, во что вы прямо сейчас на каникулах играете прям больше всего. Именно какая игрушка? Потому что я вот, допустим, играю игрушка. Больше всего, наверное, в GTA 5. Потому что то количество роликов, которые мы выпускаем ежедневно... Я Simple Dimple. Ну, я напомню, это или, два или в неделю. Два в день. Что ты несешь? Я два в день, получается, выкладываю роликов, поэтому, ребята, приходится много снимать. Simple Dimple, говоришь, да? Ну, окей. Угу. Уже нет. Ладно. Уже попыт. Уже нет. А я, короче, в прятки больше играю, понял? Попыт. Угу. Тихо. Ты уже сказал, что будешь в GTA играть. Все, стало понятно. Знаешь, почему прятки? Потому что мне нужно, во-первых, найти это тачку, автомат? Скрыть тачку и спрятаться от копов, которые действительно за мной бегают. Да-да-да. И угнать тачку, соответственно, ты прав. Да, братан. Ты от, как бы от коллекторов. Прав. Всегда прав. О, от коллекторов это прям вот, знаешь, это жиза. Вот реально жиза. Кто-нибудь бегал от коллекторов, пиши в чат. Плюс отлично. На. Все, а мы пока что, ребята, как, ну, поедем погоди. За следующей тачкой. Как, ну погоди. Ну нет, как скорее всего это мультфильм получается про кота и, естественно, Том и Джерри. Во, точно. Мне кажется, это больше подходит. Нет. Больше импортозамещение. Подходит, вот. Ну погоди. Импортозамещение. Окей. Ладно. Я не спорю, но ёпста. Так же, давай, Димон. На-н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 а
Ну как угнал? До первого столба, как говорится, УАЗик. И, ребята, соответственно, поставим мы его вот сюда. На-н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 а. Пиши в комментариях, если смотрел. А мы пока что ставим третью точку. Так, у меня получается... У тебя три чита? Немного тебя? У меня три чита. Это разве чит? Вот этот вот. Ну так а там сколько под капотом? Не знаю. Я не знаю, но... Ну... 228, не, это же не чит, это просто обычная хорошая машина. Не. Это уже, да. Это хорошая должна быть, по идее. Окей, тогда я только буду радоваться, ребята, потому что реально очень хорошие тачки, на самом деле я угоняю. Так, окей.
Окей, и... Будь здоров. Я не чихаю. Я на самом деле... Не понимаю, как... Да, что происходит? Боже, ее как-то дергает. Я, короче, не понимаю, как это случилось, как это произошло, но я угнал Ниву. Угу. Ту самую. Четыре чита. Которая... Понял, четыре чита. Да не четыре чита. Три чита всего лишь у меня. Ну, скорее всего. Три чита. И то, один из них вообще косячный, кривой, непонятный. Поэтому я не буду его читать за чит. Вот именно Мустан, который, понял? Нихера себе кривой косячный. Нихрена себе. Летает, правда, он как Бэтмобиль. Да, подумаешь. Вау. А, чего? Серьезно? Ну, давайте-ка заберем. Пятый чит. Ну нет, но я заброшенную тачку нашел. А и восьмую, которая заброшенная была, просто здесь валялась. Что? В смысле? Серьезно, блин? Ну, допустим. Окей, это моя уже пятая тогда уж тачка, друзья мои. А у вас, давайте-ка посмотрим. У вас, кстати, Волга, Ураканчик неплохие. Так, ГТРчик, Зенва есть. А, так у тебя и Лансер 2000 сил есть. У тебя так-то тоже неплохие тачки, слушай. Так что, ну, блин, у меня с тобой быстрые. Мы еще поборемся. Ну, у меня тоже плюс-минус быстрые, а остальные, конечно, читы. Так, ладно, я думаю, что, ребята, тут вроде никого... А чё, кто их вообще бросил? Может, тут что-то есть? А, нет, больше ничего нету. Я нашел, получается, парочку заброшенных автомобилей. Оставь парочку нетроганной. Понимал. Кого заставить? Оставь парочку, не трогай, чё они там отдыхают. Не-не-не, я одну уже забрал, как говорится, вторую в копилочку, каждой твари по паре. Окей, друзья мои, мы нашли 6 машин, которые и смогли угнать за отведенное время. Я напомню то, что время, в принципе, вот только сейчас подходит к концу, и мы серьезно, справились с нашей задачей. Серьезно, подожди, еще какое, еще не справились. Тебе там близко серьезно? Было, нам-то далеко, конечно. 6? Так, у Владоса тоже... А, у Владоса 5? Я понял. Ну, так это ты там катался близко. Там окей. Да хрена далеко. Мы закончили возить тачки и, конечно же, их красть. Поэтому давайте-ка посмотрим, что же тут есть. Два чита, Волга чит, Дракнова чит. Получается, Ламборгини быстрая. Вот эта тачка быстрая у нашего подписчика Влада. Также у Ванька, это, кстати говоря, так-то два чита. Лансер 2000 сил, Зенва и очень быстрая Ламборгини. Как бы, ну, в принципе, ну, да. У тебя тоже очень хороший хабар по сравнению с моим. У меня, конечно же, ребята, тоже. Ну, у меня, правда, три чита. Да, и быстрая получается i8. А также, ребята, два неплохих автомобиля. Вы напишите в комментариях, кто все-таки зарабатывает балл за стоимость, потому что дорогие тачки у троих. А также, ребята, мы прямо сейчас проведем наши испытания. Поэтому погнали, ребята. На первое, это шашки. Извините, помоги лучше. Мне погнали. Тут да, дедуля нет, пытается отжать поехали. Него. Ребята, нас ожидает наше первое испытание. Это смертельные шашки. Здесь заброшенная, получается, i8, Ламборгини и Зенва. Напишите в комментариях, за кого вы болеете. А мы прямо сейчас начнем. На счет 3, давай. 1, 2, 3, поехали. Ю-ху! Так. Я не хотел. Она сама виновата. Как говорится, по дорогам ходить не надо. Ой. Понял. Засмотрелся. Да ты зачем меня-то толкнул-то? В полете был. Нас ламба догоняет. Перебился дорогу. Ну ладно. Догоняла. Меня откинуло, я же не специально вроде. Ой, что вы тут натворили, блин? Ёпс. Да все равно коцнуло, отцепанулся. Понимаю. Да я пытался объехать всех этих ботов. Да ты чё? Понимаю, блин. Братан. Я к соседям залез. Да ёпс, твою да мать! Да езжай ты уже! Да вот именно же, да, сламба объехала! Кусок ты баклана! Сам ты баклан, слышишь? Вот туфля-то, а! Догони ламбу давай, короче, минусуем его. А где он, подожди? А, так он рядом, я думал, он уже ушел. Да просто потому что... Потому что первый ехал. Чё ты его минусовать-то хочешь сразу? А чё мы страдаем-то? А, чтобы все были в одной тарелке. Чтобы все страдали, я понял. Конечно. Ты куда погнал? Давай тормози, братка. Как говорится, свой своего ждет. Видал на колеса, охереть. Чего? Я на колеса не встал, а на крышу. Я, кстати, снял это. Я отправлю. Давай, отправляй. Только жаль, не с первого ракурса! Что? За что? Что? За что? Ты первый, да, доехал уже, что ли? Нет, еще так, пока. Ламба прям рядом, ламба прям рядом! Не тормозить, не врезаться, не волноваться, не переживать, ска! Что? Он! Я первый, ебой.
Давай, ламба, давай, ну, вставай тапку в пол! Газ полаз, Димон, третий, да! Нормально. Это чей был засланный казак, который меня просто вынес в, получается, каналы, он просто меня врезал. Где эта падла? Вот она, эта голубая шушера. Падла. Понимаю, ребята, из-за этого у меня 1 балл, у Ванька получается 3 балла, а у Владоса получается 2. А мы идем тогда на следующее испытание. Давай. Ребята, нас ожидает второе наше испытание, а именно это Дерби Стайл. И здесь у нас Мерседес. Дерби Стайл? А что у тебя там? Я не вижу ламба. А, окей, поехали. Ты, кстати, у меня сдалека давай. Какой-то странный. А, все, отлагало, получилось. Чтоб ты понимал, она у меня издалека как будто Мерседес какой-то был. А, он выжил. Не надо. Не надо, братан. Понял. Понял. Это карма была. Ладно. Понимаю, окей. 1-0 пока что в мою пользу. Давай, поехали. Ждем Влада, пока он вернется на базу. Мы на базе, ребята, поехали. Желаю давай. Вам удачи. Говорится. Угу. Ага. Интересно. Интересно. Может, не надо, брат? По-моему, он тебе тяжелый. Был. Был. Я понял. Соскочила просто у меня немножечко. Педаля. Педаля одна? Педаля соскочила. Да. Не, одна. У меня же автомат получается, понял. Тут только тормоз. Понял. А с педалями что? Отгрыз. Голодный был. Давайте, короче. Ой. Что? Понял, принял. Окей, по 1 баллу у нас с Ваньком. Так, ждем, пока Влад возвращается на базу. Да поехали. Короче, мне нужно Ванька скидывать, я понял. Чтобы у каждого было по баллу. Тогда ты мой конкурент. Если выиграть сейчас Владос, то будет плюс-минус Владос нормально. Владос выпал уже. Все в порядке. Я сделал вид, что мы вырежем это. Поднимайся, братан, помоги. Не, подожди, у тебя чужого. Ну-ка, дай-ка в лоб-лоп. Мне кажется, это он тот самый, который настраивал. Потому что он стопудов сейчас. Да, поехали. Давай. Да, это он настраивал. Вопросов нету. Окей, вопросов нету. Тогда действительно очередная тачка, о которой я не знал. Я думал, это обычная. Окей, ребята, мы отправляемся тогда на следующее наше испытание. Общее количество баллов записаны. Давай. Ребята, наше следующее испытание — это автопилот на читачках. Здесь получается вот такой вот прикольненький Мустанг, GTR Nissan и Драгнова. Да. И я желаю вам удачи, поэтому начнем на счет 3. 1, 2, 3. Поехали! Ю-ху! Так, полетели. Давай. Что творит Драгнова? Просто всех сбило. Зачем? Они же просто стояли. Понял. Ха! Никого не трогали, две девчонки, лучше, как говорится. Лучше бы Димон не подъезжал ко мне, пожалуй. Почему? А, да я же взорвать могу! Ты взрывной пацан, да, какой-то. В натуре, да, я еще тот взрывной пацан. Что творит Драгнова? Я просто смотрю на это. Вы тоже это видели? Столб слетел, получается... Как раз таки с светофорами, а цветы остались. Я уже давно уехал. Но я недалеко как бы от вас, поэтому, в принципе, я думаю, что все должно получиться. Давай, догоняй, ты, пожалуйста, догони. Ты не тормози ты уже. Ой, что ты делаешь-то? Иди нормально. Кто? А, он? Давай, право. Да. Поехали. На Мустанге. Проиграет. Старым читам. Я не должен проиграть, потому что, в принципе, Драгнову я догоняю. О, здорово, мужики. Ха-ха, чё, гуськом? Мама гуська. Ну, да. Давай. Я первый в колонне. Ну, вот это мне не нравится. Потому что ехать осталось 1 километр, и я надеюсь, что... О, чё? Вот это мне уже нравится. Щинима. О, чё? Допустим. Он очень агрессивный, у него автопилот, кстати. Да, давай, пожалуйста. Щинима. Пожалуйста, да поехали, ну пожалуйста, да не тормозишь ты. Да хотя бы вторым приехать. О, давай. Стоять. Все равно удержал, ты прикинь, удержал позицию твой геттер. Но я надеюсь, что ты тут ждать же не будешь. Ну пожалуйста, Мустанг, давай, прошу тебя. Я у тебя точно сотый залью. Либо дизель, выбирай. В смысле, ты на чем? На, понял. Ну как бы такое. Да. Если сейчас не приедешь, первым будет дизель. Да ты что, дура что ли?
Ну, неплохо. Да в смысле ты на колеса встал? Да в смысле? Я же надеялся на этот момент. Да, чё? Я сейчас... Чё? А как? И я третий, но я рядом был, плюс минус. Поехал, ну, понял, принял, ребята. Короче, валить, походу, пора. Тут что там на нас бычит, поэтому, ребята... О, у меня уже минус колесо, минус тачка. Да, баллы мы записали. И отправляемся тогда на четвертое наше испытание. Давай. Ребята, мы готовы начать провести наше... Получается, четвертое испытание. Два желтка против, получается, белка. Надеюсь, что мы выиграем, поэтому... Один, два, три, поехали. Куда же ты без белка, братан? Старт плюс-минус хороший. Понятно. Понятно. Кто-то забыл. Что-то. Я тебя понял. Ха! И сколько тебе? А у меня ничего нету. Ноль! Ноль! Я тебе отвечаю! Зуб даю. Поехали. Туфел. 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 Туфел, туфел. Ну все, да, ну тут как бы логично, если напрямую я изначально стартанул, то, соответственно, и потом я пойду хорошо. Но у меня 200 плюс едет она. 200. Чего? Ты это видел? Ты это видел? А я это снял. Догонял. Ну ладно. Серьезно? Допустим. Я, кстати, ну, на монтаже посмотрю, действительно, потому что я всю дорогу за вами смотрел, поэтому да, я посмотрю на монтаже, если догонял, то я думаю, что бы догнал. А вы пока в комментарии напишите, кто бы заработал второй балл, точнее, 2 балла за второе место, а мы отправляемся тогда на следующее испытание. Заброшка принесла мне баллы, хорошо. Давай, давай. Ребята, мы готовы начать провести очередное испытание. Это съезд горы Чили, это здесь две Волги и, соответственно, ребята, УАЗик. Любим мы русские читы. Да. И тачки. Раз, два, три, поехали. Ну, поехали, чё стоим-то? Чё стоим-то, поехали, алло, алло. Ладно, поеду сам. Ладно, поехали, поехали. Короче... Да, 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 на колёса встань ты! Блин, надо было Ниву брать. Надо было Ниву брать, отвечаю. Ну, если отвечаешь. Угу. Воу! Чего? Ты он меня, короче, отвечаешь? На камень залез, как будто понял. А как робот, помнишь, у нас раньше забирался по ступенькам? Он точно так же сейчас у меня УАЗик залез. Да что ты творишь? Понял. Он в неваляху решил поиграть. Я понял. Я понял, блин. Потеряли, я как бы все понял сегодня. Полетели! То, что сейчас я сделал это. Здесь, знаешь, тебе было здесь на мустанге съезжать, стопудов. Да, конечно, я бы точно не доехал бы. Уверен, 1000%. Ну, переехал бы раз 100. Нет, 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 да на колеса ты, да на колеса. Из-за того, что на колеса не стал. У меня хорошие два прыжка было, просто прекраснейшие. Из-за того, что на колеса, правда, не стал, вот, да. Победа у тебя. Так, и получается, Владос нас доезжает на очередной Волге, которая у нас вот здесь. Окей, баллы мы записали и отправимся на заключительное, последнейшее испытание. Давай. Последнее наше испытание, ребята, это съезд горы Чили. Да подожди, экстись ты. Да. Влад, давай первый проезжай. Я напомню то, что нам нельзя газовать, тормозить, а лишь только управлять влево и вправо. А поехали уже. Что-то там назад еще примеряется. Тут просто спрыгнул и как повезет. Я надеюсь, что, ребят, вы досмотрели до этого момента, поэтому хэштегом досмотрел. Чего? А... Твоя основочка там будет, если что, надеюсь. Походу. Мне не нравится тенденция того, как она скатывается. Вообще не туда, куда надо. Пожалуйста, проедь камни, просто проедь камни. В принципе, братан, нравится мне. Это плохо. Важно, в какую сторону. Это плохо, братан, ты прав, да. Ты, в принципе, о, прав. Потеряли, как бы камни я тут все скинул. Вам очень повезло, тем самым. Но вот... Если учитывая то, что у нас есть росных храпа камнем, то, я думаю, особо нет. Ну ты, бляха-муха, ты своей, ты куда лезешь-то? Ну капец, я сейчас взорвусь скорее. Ты очень тяжелый. Еще бы этого поймать. Так здесь понятно, всё. Тяжелый, капец, тебе даже танк не сдвинет. Все, все, отлично, ребята, да, как бы, конечно, немного схитрил, неправильно, это правда, но зато баллы заработал. А общее количество увидите на экранах. На этом будем заканчивать, спасибо огромное за просмотр, всем удачи, всем пока-пока. Пока.